Пандемия COVID-19 не повод для того, чтобы забывать о чуме 20 века. К Международному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Ульяновске проводится акция. Ее организовали руководители Федерации профсоюзов совместно со специалистами Молодежного агентства по развитию человеческого потенциала. Сейчас мы находимся в центре занятости по Свияжскому району, то есть они будут раздавать буклеты тем, кто стоит у них на учете, кто будет обращаться за помощью центра занятости. Также это будет по другим районам также осуществляться. На данный момент по Ульяновской области зарегистрировано более 12 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. Наш регион занимает 4-е место по Приволжскому федеральному округу и 14-е место по Российской Федерации. Эти неутешительные цифры статистики наглядно иллюстрируют проблему. Общество необходимо просвещать любыми доступными способами. Акцию активно продвигают через соцсети. Любой желающий сможет выложить фотографию с хэштегами «Стоп ВИЧ», «Профсоюз 73» и принять участие. И благодаря этой акции 1 декабря будут подведены итоги самых активных, которые выложат фотографии, и будет подведен розыгрыш призов. Офлайн часть акции проходит на предприятиях. Листовки с информацией по ВИЧ и СПИД передали специалистам Ульяновского автозавода. Далее брошюры разойдутся по всем работникам. Каждое подразделение получает от члена молодежного совета получает буклеты. Вот. Также это оповещение идет через радио. Вот, и планируется сделать в газете, да, чтобы увидели, ну, как можно больше людей. Материалы также раздают на предприятиях «Марс», Ульяновский механический завод, «Искра» и «Авиастар-СП». Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.